Лук парей. Двулетнее растение, хладостойкий. Минимальная температура прорастания семян 3-5 градусов. Оптимальная для роста и развития 18-20. Требовательным к питательным веществам и влаге. На второй год жизни разрастается трубчатый стебель. Длина ножки луковицы 10-12 см. Диаметр до 5 см. Масса 200 грамм и более. Чтобы получить товарную луковицу в год посадки, необходимо применять рассадный способ –